завтра вечером в Бендерской крепости будет поп-симфоник. Знаменитые хиты исполнит Национальный молодежный оркестр Молдовы. Выступит 50 музыкантов с обоих берегов Днестра. Начало 18:00. В воскресенье в парке Екатерины отметят День работника легкой промышленности. Приднестровские предприниматели выставят свою продукцию. Будет ярмарка, а еще наградят лучших сотрудников. Старт праздника в 9 утра.